Так, я вернулся. Всем привет, с вами Бартоломео, мы в непонятной игре, я немец на велосипеде. Догоняй меня. Бам, бам нахуй. А ты где? А я вижу. Я уже бегу по дорожке. Мы, короче, зашли в какую-то непонятную игру. Я не могу с этого... Гусик! Барта, давай быстрее, я сейчас сяду. Подожди, я не могу, кручу педали как могу, подожди. Садись. Тормози. Торможу! Садись. Всё, ты, главное, ноги не засовывай, спицы, а то мы тут сломаемся с тобой вдвоем. Ты осторожно, да? Мы там уже близко к цели. Какая цель? А, С? Все, еду. Тур де Франс. Тут никто ты... быстрее, да? А ты можешь стрелять? Не знаю, да. О, серьезно? Смотри, тут немец какой-то валяется. Не, я не могу стрелять. Может, можно подобрать? Сейчас мы, короче, объедем все. Да все нормально, я еду. Тихо. Слушай, если сейчас меня грохнут. Представляешь, короче, идет война, мы такие едем с тобой. Тихо, мы едем нормально. Все, захватили, видишь? Так, точка Б. О, подожди, там машина! Вань, ты где? Прикрывай нас! Тут война! По ногам стреляют, гады! Слазим. Пора убивать. Пора убивать его. А, это наш, да? Я в своих, короче, начал стрелять. О, меня ранили. И меня убили просто. Да? Просто Аллах бабах. Патроны. А я могу? Точка выхода. Не могу. Ладно. Так. Поехали, мой любимый. Меня голос. Убили. А ты тоже сейчас появишься со мной? Ты тоже тут появляешься на нашей базе или на другой где? Нет, там же. Control PVO. Интересно, как с велосипеда ПВО вообще работает? Слушай, Барт, стой! Что? Нам нужна машина. Сейчас. Ладно, я на своем пока. На своем? Да. Давай. Меня гранатой, короче, кто-то убил. Я. Как я криво еду. Сейчас я тебя буду подрезать. Смотрите! Подождите, тут гранатомет. Подожди. У меня панцерфауст. Сейчас я. Все, я сделал двойное сальто. Ну кто-нибудь из нас убил хоть кого-нибудь? Нет. А как гранату доставать? А, все, вижу. Есть граната. Мне пока нужно понять, где вообще. Вы не поверите, у меня панцерфауст. Я сейчас их. Ой, тут вода. Как ползти, я плыву. Эй, подожди. В говноречку. Я ногу сломал. Америка зачистила сельский дом. Так, давай, бегом, америкосы. Сейчас мы почти Б захватили Б. Скажите, как лежать? Не знаю, я... сидеть Ctrl. Ctrl. О, отлично. Лежать, С, В, Х. О, Z. Знаешь? Понятно, отлично. Как там сидеть, лежать? Короче, Z это лежать, Ctrl сидеть, Shift бежать. Так. Смотри, а Устория уже на А движется. Или на С, ты куда там? С, достань, сука! Пешком. Я вижу, как вы... Я пока врагов еще не видел. Как они выглядят? Они выглядят... Так же, как и мы. Так же, как и мы? Я тогда синего какого-то. Только без синей полоски. Тут еще и устаешь бежать? Угу. Ну, блядь, прикольно было бы, если бы не уставал. Я еще быстрее устаю, походу. У меня тяжелое оружие. Ну, ладно. А что у тебя за оружие? Что за штраф? Панцерфауст. Сейчас будет. О, я вижу одного. Блядь, тут уебок меня чуть не задавил. Сука! Ой, опять в говноречку. Велосипед кто-то оставил. Халява. ПВО. А, это не ПВО, это типа... Я нашел, как быстрее ехать, как в Сан-Андреасе. Как? На Shift.
спрыгиваем. Аптечка, аптечка. Бам, нах. Интересно, правильно? Я на А уже. Бля, а как тут все карты захватить? Я офигею. Как захватывать вообще? Сука, ниндзя на велосипеде. Один, кстати, где-то есть тут. Потому что на кругляшке, короче, я понял, как смотреть на точке, кто-нибудь я есть. Я убила! Кого? Мусик, убила кого? Джека одного. Джека воробья, блядь. Ой, я в своего, извините. Давай мы подефим А точку. Как думаешь? Ну, я сейчас на А стою. Заберем. Ну, я тоже на А приехал. А мы на С. Ну, все, сидите на С. Мы еще ее не зачистили. Вот это у меня место. А с контрола нельзя смотреть в окно? А, меня на машине переехали. Да, было такое. На меня тоже один дебил со всей скорости поехал. Да, америкос. А почему у нас велосипеды, а у них машины? Вот, есть машина. Я на машине сейчас к вам приеду. Кир, мы подъехали. Стой, Джейк, стой. Козёл. О, не, все хорошо. Я на машине. Смотри, а что нам нужно делать вообще, вот по сути, вот я стою сейчас на А вместе с тобой, у нас идет. Карту. Видишь точки? Так. А, Б, С. Карта, подожди, М. О, отлично, я вижу на своей бумажной карте, как у меня бегают маленькие человечки. Ну это радар. Слушайте, мы очень быстро едем на машине. Ты М нажал или ТАП, или как вообще? Да, М. М нажал. Это не радар, это, видишь, палец даже у меня есть с ногтем. Да ладно, хуй с ним. Так, мы вдвоем на А, я вижу. А откуда америкосы нападают? Они, у них красная точка на карте. Чё вы там на А сидите? На С давайте. Не, ладно, побежали. Не, на Б, короче, побежали. Б? Типа перекрестие? Да, основная точка. Поехали, там. Едешь со мной? А подожди, у меня вот там стоит мой. Ну ладно, давай. Ой, Вань, стреляй. Меня убили. Я тоже сейчас захуярю. Да слезь ты, долбоёб. Ну почему? А можно появляться на другой точке где-нибудь? Нет. Обидно, да? Было бы, типа, захватил, можно ближе появляться. Так. Барта, я на велике. Да я сейчас тоже велик возьму, на shift нажимай, так быстрее будет. О-о-о. Я не могу. Ко мне Дэчима подсел. Эс, ты тяжелый! Дэчима, ты тяжелый! О, сейчас будем прыгать. Готов? О, бам! Ты видел, какую я сальтуху сделал? У меня, знаете, что написало? Самоубийство. Ай-яй-яй. На велике у меня был. Штраф за заминку десанта у меня. Ложись. Почему я не могу лечь? О, я лег. Все, Кирилл, я к тебе ебашу на всех, со всех ног. Сильная. Так, я в своем укрытии. И никого не вижу. Я до сих пор никого не убил. Я мирный человек. Я мирный немец. О, я на машине сейчас поеду. Блин, все на Б прибежали в то время, когда... Стой! Что? Почему я не могу встать? Я, короче, застрял. Надо на... Как а встать? Куда? О, нашел, как встать. Мой немец не контролирует себя. Все, задача удерживать аванпосты. Че удерживать? Аванпосты. Ну, типа, две точки надо держать из трех, чтобы победить. Это такое, в Unreal Tournament мы такую карту играем. Типа, точки держать и все. Поинты идут. Вон, видишь полоски сверху? Ну, я вижу, но они выигрывают нас. Потому что они слишком долго держали. Вон, ангел приехал. О, я одного убил. Ой, а у нас А падает. Слышишь? Надо, бля, срочно подефить чуть-чуть. Да, они только что забежали. Так, ты свой. Кто там валит? В машине пипец, их не пробить вообще. Знаешь, как только что было? Они в машине врезался, он так быстренько выскочил. Я не знаю, контролом, да, слезать с велика? На Е. У них машина, во-первых, это нечестно, и не стреляют с пулемета, а я на своем драндулете.
А я под водой на велике застряла. Я сальтуху сотворил там. Слушайте, кто придумал эту игру? Какие-то ненормальные люди придумывают игры в последнее время. У нас на Эй, чему я к тебе? Сидит, слышишь, Кирилл? Чего на А? На А надо подэфить. О, они уже забирают. А уже забирают. Все нормально. А забирают или С забирают? А. Считай, что забрали уже А. А сколько их там человек? Ты сейчас же находишься на А. Ну я понимаю. Тебе пишет, сколько человек там? А, двое. Когда типов больше, чем я. Ну, типа, если их больше, то они забирают. И у меня как бы мало жизни, меня, блядь, застрелили, я пока бегал в скалах. Ну, бля, тут, короче. Я понял. Все плохо. У нас вот кто-то в скайпе пишет. Тут дефить по большей части нужно, чем атаковать. Ну пойдемте забирать тогда. Сельский дом сейчас будем забирать. Я вот. Уже еду туда. Вон, я вижу, вы там подбираете, ты подбираешься. Только аккуратнее. Да, отлично. Я пока прицелюсь со своей винт. Ох, кто-то с базукой там. В смысле? Так, кто-то с базукой в дом побежал. Сука, ебанутый. А где оружие брать? Гуся, где ты тогда нашла пулемет какой-то? А, в ящике был. На базе, там, где мы. Ну, ящик. Ну, посмотри там, где велики стоят. Там ящик. Ну, много ящиков, ну ладно. Твои баланы! Этот, сука, в окно не попал в упор. Пек, я опять на велосипеде. Сколько же я велосипедов угнал? Пам! Эй! Где мой велик? Я в дерево вписался, мне велик сломался. Кто-нибудь головой... 10 человек, блядь, на А. Зато на Б теперь никого нету. Вот это я понимаю. Я на Б. А Б это захватывают или что это с ним? Давай Барта на... рядышком с Б. Я тоже на Б еду. Только ну как еду, блядь? Ножками работаю. Я убил одного со своей пукалки. Да она мощная вообще. Ты зря ругаешься. Не, ух ты, меня убили. Я... Кирилл, я бы тоже автомат выбрал, но... Бля, винтовка тоже мощная. У меня автомат теперь. Я чей-то автомат америкосовский поднял. Ты когда появляешься, Барта, там есть такой как будто как костер, не костер, и тут этот... Офигеть. Ящик сразу. О! Захватили Б, я опять же бегу. Сейчас все будет. Я хочу машину, ее постоянно угоняют. Я один раз ездил. Она на базе прям появилась, да? Да, она на базе появляется. Я, короче, с типом на велосипеде, он с базукой. Интересно, он может с велосипеда стрелять? С базукой сейчас. Не, нельзя с велосипеда стрелять. О, у меня новая медалька, физподготовка. Я, наверное, накатал нормально уже. Блядь, ну как их дохуя? Так. С, Б. Мы типа С захватываем, да, сейчас? Ну вообще, да блядь, на карте посмотри, для нас две ближних это А и Б. Нам на С вообще можно болт забить. Ну можно А и С захватить, пока они С будут отбивать, пойти Б захватить. Пам-пам-пам. Нам надо вчетвером играть, так, наверное, легче будет. Ебать, Инга ствол взяла. Да. Пойду Б мутить опять. Я видел одного, который бежит мимо стогов сена. Я их немножко не различаю, да? Было бы классно, если бы они какими-то красными, там, я не знаю, зелеными. Давай. Что ты своих видишь, а врагов не видишь. То есть нужно внимательнее быть. Сделал дело, катайся смело. Я просто ехал, одного убил, дальше поехал. Я почтальон, разносящий смерть.
Опа, бам. О, так тут точку можно, 2-2. Надо слезть. Ай-яй-яй. Мне в пушку неудобно стрелять. В смысле, прицел вообще. А базука, сколько там патронов на ней? Один. И все? Тихо. Вон дечему рядом. Мы, короче, на Тарайтайске. По нам стреляют свои. Я в машине, меня везут куда-то. Меня забрали. Меня, походу, мимо А сейчас поеду на С. Мы на Б. Не вижу. Да, я тоже до нас там ангел, дечима, сейчас я еще приеду. Странно, но у нас в нашем отряде еще два человека. Видите, они желтенькие тоже. То есть их просто закинуло двоих, походу, к нам. О! Мы, короче, одного сейчас в багажник посадим. Кури, кури, пацан, давай. Давай, ехай. Обнаружен враг. Мы не доигрываем, сильно вообще не доигрываем. Они нас почти в полтора раза. Блин. Броня пробита. Оп, ангел спряталась. Я думаю, это наш первый бой, так что нормально. Мы тут что-то даже захватываем, походу. Сюка. Не, ангел, ты как-нибудь присядь, спрячься. Как? Я уже забыла, какие там кнопки. Вы Б захватили? Да, мы Б захватили. Я сейчас на А поеду, тогда буду там супер злодейчик дефить. Кто-то тут рядышком меня сейчас замочит. Да, справа будет пушка. Эхо-муха совсем близко. Там справа, справа, блядь, какой-то снайпер ебаный. Да, пипец. Понимаете, я в него 3 патрона всадил, он меня та-да, и я труп. Ну так, сейчас будем разбираться, наверное, где магазин, где автоматы покупать. Меня тоже эта писюкалка не устраивает. Слишком долго. Я опять бегу. Я этот ящик запомнила надолго. Сегодня я почтальон, сегодня я почтальон, я еду на А. Мы Б держим, а? Давай Цешку. Да не-не, вон, Б пока не забрали, надо. Отбивайте Б. А там, блядь, даже не один человек сидит. Я вижу по скорости. Там двое. Странно, но мой... Сука. Бом 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 бом. Я застрял в воде. Я застрял в воде. О, вода! Что в ней такого интересного? Ай! Мой велосипед сломали. Бляха, муха, чем он меня убил? Так у них какие-то винтовки снайперки, блядь. Они стреляют через полкарты. Да. Я бы тоже взял бы снайперку и... Тоже я не против снайперки, особенно в такой игре-то, да? Угу. Да все будет. Чтобы ваншотить. Да не обязательно ваншотить, чтобы не пришлось подходить для стрельбы. О, вот слушай. Он обнаружился. Я одного подстрелил. Там захват Б пошел. Да-да-да, я тоже. Захват С пошел вроде бы. А, в Б. Там на С просто наши что-то мутят. Я по речке иду пешком. Стори, я сзади с тобой. Видишь его? Нет. Ну, наших трое в здании, так что пока что все норм. Где-то скотина уже, но он в здании уже, 100%. Да что такое? А,
Ай-яй-яй. Ну я хорошо их задержал, двоих, они на велосипеде я катили. Я тоже. Убила Стори его? Не-не-не, он меня убил, я в спину смотрел. Мы, кстати, выигрываем, слушайте. Я его ранила. Точки взяли, нихуя себе. Это все я. Стори, стой! Нет. Нет, это не ты. Я не у Стори. Хочешь, на тебе велосипед? Я попозже заберу. Хорошо, давай. Давно я с девочками на велосипедах не катался. Вода! Опять она! Да, это гипножаба! Да блин! Почему мой велосипед кто-то ломает постоянно, когда я смотрю в воде на него? Бля, эти сучки почти Б взяли. Мы погнали, погнали, погнали! О, мы все! Ебать, я в голову поймал! Ой, оцените эту битву. Оцените эту битву. 5 баллов из 5, спасибо. Германия. Я пятерочку оценил. Я тоже пятерочку. Сейчас закрыть. Куска опыта, что за херня? Как нам так много вышло? Так, подождите, мне нужно паузу нажать. Закрыть или окно? Что подожди, нажать? Пауза. Пора паузу нажать. Пам-пам.